Учебники по стилю 80-х годов диктовали правило, что в идеальном комплекте должно быть не более двух цветов, один из которых главный, а другой его дополняет. Начиная с нулевых, количество допустимых тонов увеличивается, и уже давно стилисты говорят о необходимости трех или четырех оттенков. Но есть у этой тенденции и обратная сторона – монохромные сочетания, где все элементы одного цвета. Если говорить о летнем сезоне, пожалуй, самым понятным и предсказуемым будет сочетание белого с белым. Подходит для любого возраста и ассоциируется с отдыхом на побережье. Более приближенным к условиям мегаполиса считается бежевый монохром. Что касается цветных вариантов, их лучше всего подбирать из числа актуальных оттенков сезона. А вообще, когда как не летом носить яркие краски? Они органично будут смотреться как ярким днем, так и в прохладную погоду.